Ты издеваешься надо мной? Нет! Давай я открою уже. Да ладно! Да ладно! Ты не постанова! Это реальная игра. Всем привет, ребят, с вами Аурум, и сегодня кто здесь у нас? Тёма, привет! Привет, Серёга, здорово, ребята, всем! Ребятки, сегодня у нас батл сундуков, но не простой! У нас батл вообще невероятный. Во-первых, Тёма, признавайся, как долго ты не снимаешь Brawl Stars? Ребят, стыдно. Я не знаю, нет, но год я стабильно не снимаю. Периодически видосы 3 за год где-то выпустил. Так, все, ребят, 20 тысяч лайков под этим видео, и Тёма возвращается в БС. Всегда. Не, серьезно, если так будет, все, 100%. Да, смотри, 20 тысяч лайков, и Тёма обратно в БС. У меня на канале уже были выпуски вместе с Робзи. Супер клевый видос, если не смотрел, глянь. С ММА, и сегодня вот с Тёмой, но с Тёмой мы решили сделать прям супер-мега интересный. Во-первых, для начала мы пойдем, Тёма, в магаз и купим по кольту. Сделаем это. Давай. Сделаем это, да, Серёг? Да, поехали. Я купил. Вот он, кольтик. Есть. Зачем мы это делаем? Обожаю его. Зачем мы это делаем? Потому что... Можно просто одну фразу сделай, и все поймут. Давай. Да, ребят, Тёма люто просто, это его тема, я не знаю, это просто как лолы его ассоциируют с Мортисом, Тёму все ассоциируют с пиу-пиу. И поэтому сегодня правило у нас будет следующее. Значит, мы откроем вот эти вот замечательные 36 мегаящиков, но при этом у нас будет кольт. Правила какие, Тём, если ты не знаешь, с мегаящиков сейчас нельзя выбить редкие и сверхредкие бравлеры. Они не выбиваются, они не Фиго. Падают. Да, у нас сейчас с мегаящиков падают только эпики, мифики и леги. Плюс скины, плюс куча косметики. То есть гигантское количество пинов. А в наше время такого не было. Нифига себе, Суперселл. Да, они сейчас навалили очень жестко. Есть как плюсы в этом, так и минусы. Можно, ну, все на практике сейчас мы увидим. Но суть какая? Редких и сверхредких нет. Поэтому баллы раскидываем следующим образом. За любой скин мы получаем 1 балл. За, потому что, ну, скинов там достаточно много может быть, если у тебя достаточное количество бравлеров. За эпик 3 балла, за мифик 5 баллов и за легу 10 баллов. А также с мизерным шансом может выпасть с мегаящика 100 плюс гемов. Кому падает 100 плюс гемов, это мы считаем как лего. То есть тоже 10 баллов. И теперь, внимание! Я предлагаю любой дроп для кольта считать тоже за 10 баллов. То есть если у нас выпадает что-нибудь для кольта, неважно что, пинчик, иконка, скинчик, все что угодно для кольта, это будет 10 баллов. Это батл пиу-пиу. Если меня сейчас смотрят фанаты рубрики Арткула, прям сейчас просто прожимают этот лютейший лайкос. Подписывайся на канал и вводи мой код. А, и самое важное, у нас батл с двух раундов. Первый раунд у меня на канале, второй раунд у Тёмы на канале, да, то есть, ну, с двух частей, ладно, не раунды, но мы считать очки будем отдельно, так что переходите по ссылке в описании и смотрите Тёмин видос. Ну что, Тёма, поехали? Я твой код уже ввел и готов просто выбивать. Шик. Ну давай, все, бесплатный вот подарочек у нас есть, видишь его? Давай, давай. С него начнем. Да-да-да. Погнали. Мне страшно. Ребят, это на видос мой первый мегабокс, когда вернули его. Вот не рофлю, это первый. Жесть, серьезно, ты вообще, а ты вообще ж... Бро, обалдеть. Я тебе говорю, я у тебя в видосе впервые зашел, и сейчас это все опять вижу, боже, как я это рад видеть. Это трэш. Офигеть. А ну. Так, я первый открыл. 4 это норм или нет? 4... Я не знаю, просто будет светиться? Не очень, нет, не будет. Блин. Ну, первый блин комом, ребят. Нормально. Давай следующее, пятерочку. 5 мегаящиков за 199 гемасиков. Так, я уже открыл. Я нажал. Пятерочка, у меня пятерочка. Ничего не горит. А нажимаю. У меня так же. 2 гема, ничего нет. Ну тут, да. А, нам надо очень внимательно смотреть, ребят. Если у меня значок какой-то мегабокса выпал. Это охренеть, как это красиво. А, значок с пятеркой, да, или нет? Или... Да, с пятеркой. О, там значок мегабокса. Это мой любимый значок сейчас. Офигенный, да. Значок, бро. Да, это очень круто. Слушай, у меня двойка сейчас горит. Двойка горит? Да, у меня а сейчас горит. А мне просто двойка, и ничего не горит. Ну давай, ты продолжай открывать, и я тебя подожду. Давай. Я тебя подожду, может, одновременно выйдет. Давай, сейчас. Шестерочка! Боже, я опять это шестерка. Четверка быть, горит, бро! Четверка? Блин, четверка сейчас тебя навалит.
Сейчас тебе навалит нормально. Но это не значит, кстати, что у тебя там 4 будет гореть, понял? Ну, типа, то есть оно так по-подлому сделано, да, оно не так. Это один из минусов. Да. Ну что, давай на 3. Давай. 1, 2, 3. 3. Кольт! У меня тоже кольт! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Подожди. А что тебе выпало, бро? Мне скин, рок-звезда, рок-звезда. О, у нас одинаковое выпало, да? Да, да. Хорош. Так, так все, 10 баллов. По 10 так. баллов, ребят. Ну, сами, все, все, что с кольтом. Так, иконка у меня не кольт. У тебя иконка тоже с кольтом? У меня иконка тоже. Иконка Brawl Stars у меня выпала. А. Иконка кольта! Да ладно, да что ты будешь Я тебе говорю, отвечаю, бро. Ребят, я сам придумал эти правила и уже жалею. Что за херня? То есть у тебя получается скин и иконка. Это уже 20 баллов, да. Правильно? Иконка игрока выпала, да? Колька. Жесть. Ой, боже, ты что, прикол? Это с мега ящика сейчас выпадает? Да, Охренеть, да, да. Так, окей, шоке, у тебя 20 честно. Баллов, у меня 10. Поехали дальше. Так, давай, давай, давай. Блин, это интересно. Шестерка. Да ладно. Подожди меня, если будет светиться. Семерка, да, 7. 4, у меня 4 светится. У меня 3 светится, давай. Давай, 1, 2, 3. 2, 3. Шелли. Шелли? Что? Феноменальная Шелли. У меня тоже. Что за херня? Что за херня? Алло. Прикиньте, мы одновременно открываем, и тут такой трэш, как такое может быть? Так, у меня было, реально, у меня до этого 2 батла было, это не так же. Ну, то есть, здесь нету алгоритма, что падает одинаково. Это, ну, вы видели, ребят? Нету, нет, это типа, это максимальный рандом. Если кто первый раз видит это, или Тёма первый раз играет, кажется, что это всем, типа, падает одинаково. Нет, нет, абсолютно. Мне на втором ящике один раз мифик выпал, так что вообще все рандомно. То есть, типа, блин, ну, короче. А мне дальше... У меня дальше пин и иконка Шелли выпала. Тебе так же или нет? Так, мне... Ну да, 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 да. А все... Ну это да, это так же. А, ну это логично, наверное, да? Да, 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 да. Но падает... 6 предметов! 5. 6 предметов! Нифига! О, у меня двойка горит! Двойка горит! А мне с 6 предметов ничего не горит. А, ну алло! Да. Такое бывает, да, это скам. Это скам от Supercell. Знакомьтесь. Ну давай, я тебе на двоечке могу подождать или не? Или ты все открыл? Давай, а мне надо 10 мега ящиков уже покупать тогда. Ну давай, начинай, давай. Мне кажется, просто в прикольном месте открывать. Нам уже 2 раза фартануло люто. Может быть, сейчас тоже фартанет. С 4-ки ничего не выпало. Так. Опять 4 предмета. Двоечка светится, бро, двойка, двойка, двойка. О, у меня тоже. Давай, давай на 3, сейчас что-то жесткое будет. Поехали. Давай. 1, 2, 3. 3. Скин на Шелли. Что там? Что там? Что у тебя выпало? Алло? Что? Что? А драка это легендарка, да, новая какая-то? Ты издеваешься надо мной? Нет! 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 Да! Ты на приколе, ты выбил Легу! Да! Охренеть! Бро, а я просто не знал, что это новая Лего. Смотри, что-то летит. Я думаю, что это такое вообще, понял? Смотри, желтое! Жесть, чувак, жесть! Что за херня? Сюда, охренеть. Ребята, ставьте хэштег Лего. Ё-моё. Охренеть, ребят, это надо влепить лайк. Ну, я не знаю, прям. Короче, ребят, помните в начале видео 20 тысяч лайков? Давайте как бы 20 тысяч лайков попробуем набить, потому что это что-то нереальное. Какого фига? Да что он себе позволяет, этот стендофер? Офигеть, у него 30 баллов сейчас. Да это нереально. Вот эти все чувства заново испытывать от легендарки, как впервые. Еще и от той, прикол. Которую ты никогда не видел, да, типа? Да, да. Кстати, чувак, я уже открыл очень много в реальной игре сундуков, и мне еще ни разу не падало. И в батлах со мной никому не падало. Ты настолько знак, фартовый, что жесть. Это вот. Трэш. Вообще жестко. Дрока, тебе и батл, пацаны. Пиу-пиу, блин. Выбить Легу, пиу-пиу, офигеть. Ёво, офигеть. Жесть, бро. Мы дальше, да, открываем? Да, да. Ой, у меня единичка горит. Давай я открою значит... уже. Да ладно! Ящик. Да ладно! Да! Что? Да как такое может быть? А что такое? Что там, бро? Я не понимаю. Лего? Чувак, это Драко.
ты серьезно? Я тоже выиграл. Серьезно, я тебя отвечаю. Да ты угораешь, бро. Да не, не может быть. Я не знаю, как это работает, ребят. Я тупо не понимаю, я тоже выиграл. Нет, это как будто постанова. Ты рофлишь сейчас или реально? Подожди. Я тебе клянусь, ну драко. Это рофл? Как такое? Подожди, а на каком-то сундуке я выбил? На первом с 10 ящиков? Не помню, вроде да, бро, вроде на. Блин, ребят, я тоже знаю, вроде. У меня тоже вроде на первом. Я вообще не понимаю, что несется. А как так? У нас что, одинаковые? Что? Ребят, если что, мы находимся примерно 1010 километров друг от друга. Это не постанова. И мы находимся... Смотри, я покажу, это реальная игра. Реально, смотри, это реальная игра. Я не знаю, как это возможно. Ты прикинь, это же... Это реально. Насколько это вероятность, что это может быть вот так вот два одновременно вот так? Я понятия не имею. Ну и что, и в первом? Так у нас в начале видео, ты вспомни, один скин, второй. Да все, напишут, короче, это какая-то подкручено, блин. Монтаж подкручено по-любому. Бро, так я в стендофе, у меня удача. Я там выбил все, что можно, первым в мире. Ух ты! Вот недавно было событие, я не знаю. У меня лола выпала, чувак. Я уже после драка просто не так, чтобы сильно супер радуюсь, но... Ну, плюс еще 3 балла. Что за херня? Так, подожди. То есть мне теперь надо ждать лолу, да? У меня двоечка светится, бро. Открывай. Давай. Ну давай лолу выйди. Что-то летит, бро. Анджела. Анджела, бро, Анджела. Близко. Это было близко. Так, первый сбой пошел. Не, прикиньте, какой шанс. Это вообще просто нереально. Это себе, это вообще... Это какая-то дичь. Если бы реально еще лола выпал, я не знаю, как это работает. Это ваши лайки, пацаны, девчонки. 6 предметов. Блин, и 6 предметов, и ничего, прикинь. Я в шоке. О, двоечка светится, бро. Ждать тебя? Подожди, да, сейчас, секундочку. Блин, ну вот... Да ладно! А мне каким-то образом, я не знаю как, даже не светилось, чувак. Я не понял, что это 4 у меня было. У меня Ларри и Лори выпал. Выбивай сейчас. А, зашибись, я выбиваю тогда. Давай. Шелли? Шелли? А, скин. А, шериф. Ё-моё, смотри, летит Шелли, блин. Да, у меня тоже иногда так паранойя. Так, у меня Ларри и Лори, я уже, по-моему, сбился со счета, но, по-моему, где-то 27 баллов. Бро, ну ты меня, по-моему, выигрываешь уже, да? Не-не-не, у тебя 30 плюс баллов. А что это такое? Бро, мне сейчас что-то выпадет! Да ладно! 1, 2, 3, 4, 5... А, и крутится, в смысле? А, я дурак, это пин такой, понял? А, это пин? Так, мне еще Рико навалило. Понял, там пин такой крутится, 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, сейчас что-то выпадет. Сейчас оно докрутится и что-то дропнется, блин. Так, а ты 10 сундуков дооткрывал или нет? Да, да, и вот мне Рико что-то дали. Да. Ну, Рико и Рико скинчик, все правильно. Нифига себе! Монарх Рико! Жесткий, согласен? Блин, конечно, ты первый раз его видишь, прикол. Блин, а ты первый раз видишь Рико? И пинов сколько, ё-моё, боже. Блин, офигеть. Как мы раньше эти пины выбивали тяжело, сейчас их все дали сразу, ё-моё. Да. Блин, это просто прикольно, что ты это все видишь в первый раз. Это как, знаешь, как какой-то любимый фильм. Я бы все отдал, чтобы мне память стерли и посмотреть его заново. Да. Ты так, иди, Артём сейчас, я смотрю на него, блин, он радуется этому скину. Но он типа уже как бы дефолтный, понял, можно так сказать, для меня. Ну, потому что за каждые 10 мегаящиков тебе его дают на каждом новом аккаунте. Не, ну для людей, для подписоты, мне кажется, это очень крутой скин, потому что, ну, все-таки 10 мегаящиков это сложно, типа, ну, короче, не так легко. Так, я готов 20-очку. Я готов 20-очку, ребятки. Лайкосики, пожалуйста. Это легендарный видос. Я не знаю, мне это лучший батл вообще, потому что 2 леги в видосе, это нереально. Нет, это трэш. Так, я начинаю, да? Ты уже открываешь? Давай, бро. Давай, я нажал, все. Так, да, я тоже. А ну, ничего. 4. Блин, так кайфово, реально, вот открывать. Вот. Ностальгия, вот, да? Чувства вот эти, да. Серега перед записью говорит, их сейчас так кайфово открывать. И я помню, как раньше они приелись, когда их давали за чемпионат, и они уже не нужны были. Их неинтересно было. А сейчас их... Пёрка! Сколько светится, бро? Да ладно, подожди, я сейчас, секундочку. Пятерка, так. Да есть же, брат. Блин, сейчас, подожди. Что-то мне долго, что-то ничего не падает. Сейчас накликаю. Накликаю. Или 100 гемов. Прикинь. Но 100 гемов, кстати, 100 гемы падали. Вот как бы намного реже считаются, чем этот. Но они падают.
иногда. А ну леги я еще не, вообще мы не выбивали. Да мне люди вообще пишут, что мне ничего не падает. Он говорит, твои видосы это скам, типа, нам ничего не падает с моего ящика. Типа, я такой, пацаны, я уже столько их открыл. Так, 3, 2, 1. Блин, нифига не падает. Так, ну что, давай последний. Сейчас я... Вот сейчас вот этот последний, если ничего не выпадет, тогда открывай. 4. Ну все, давай, открывай, наверное. Открываю. Рика летит. Блинговый Рика мне выпал, бро. А, я понял, да. Ну мне, кстати, вот ты сказал, и мне это тоже... Это жестко? Ну, да. Да, это прикольный скин. Ну это прикольный скин, но он падает, он падает. Ну мне это... А, подожди. Подожди, а предыдущий какой был? Гемовый. Гемовый, да? Гемовый, да. Там гемовый, блинговый и еще какой-то. И стардроповый какой-то. Ну да-да-да, что-то такое, да. Их золотой. Блин, он красивый. Имба. Да, блин, я хочу перса. Скины, знаешь, не так кайфово выбивать. Ну да. Ну, особенно, когда мы поставим... Блин, а я все, прикинь. Двоечка светится. Да ладно! Короче, Тёма меня уделал, конечно, жестко, но... Но. Что там? Опять Рика, блин. Заряженный только рикошет, какой-то скин. А ты все, о! Ты все, всех Рика выбил. Нифига себе. Да. Что за дела? Я хочу перса выбить. Так, Легу еще, пожалуйста. Суперсел оформляйте. Не светится ничего. Ты уже все открыл, да? Да. Боже, ребята, поставьте лайк. Еще есть надежда, что я что-то выбью. Давайте. Еще. 3, 2, 1. Блин. Тем гемов. Я хочу еще что-то, чтобы светилось. Блин, ну давай. Фу, это мне кое-что напоминает, бро. Я хочу еще, чтобы дропнулось. Да, блин, не выпадает. Ой, у меня еще мегаящик есть. 3, 2. Светится! Да ты, блин, что ты творишь вообще? Давайте так, ребят, реально, сейчас все по лайку, подписка, я еще Легу выбиваю. Смотри, бро. Я думал, это Леон. А это Калет. Это Калет, бро. Нет, все равно прикольно. Леон, нифига ты, Леон. Да если бы я Леона дропнул. Жесть, вообще. Так, ты все или у тебя еще есть? Еще. Вот второй открываю еще. А ну еще. Еще? Нифига. Ну светись, ну пожалуйста. О, еще сундук. 4 предмета. Блин, ничего не светится. Офигеть. Ну давай. Еще сундук. 4 предмета. Да блин. Еще сундук! Сколько их у меня, бро? Я не знаю. Мне сложно. Бро, еще сундук! Я меня не заканчиваю. Не, ну правильно, но ты просто долго меня ждал, все верно. Да. Еще! Охренеть! Ну светись! Да блин! Еще сундук, бро, еще, давай! Ну светись! 4, 3, 2. Да не, это скам какой-то, бро. Все. Ты все, да, ты открыл? Да. Фух, Тёма, ну светани своих бойцов, просто посмотрим. Бро, а мы можем еще открыть. Смотри, мегаящики, выгодный набор, там 79 гемов, 2 штуки. А у тебя сколько? 83 гема. Нифига себе, у тебя еще, у меня 57 просто. Понимаешь? А-а-а. Тебе еще и гемов насыпало, блин. Ты, кстати, заметил, что гемы, да, падают с сундуков? Да. Блин, да. Тебе еще и гемов насыпало. Да ну давай, конечно. Давай еще давай, туда. Я не могу. Ну пожалуйста. Ну вот вижу, кто-то лайк не поставил. Ребят. Ну блин. Да не, забей. Не? Не, ничего. Так, это не своих бойцов, просто сравним, посмотрим. Да, во. Так, открыл, бро, открыл. Так, у меня одна лего. Два эпика, ну, Рико, Кольт и Шелли. У тебя что, кроме Рико? У нас одинаково. Ну да. Офигеть. Ребятки, ну что, я считаю, по баллам там Тёма по-любому выиграл. Я уже сбился со счета, но у него 30+, по-любому, за счет пиу-пиу. Ребзы, я считаю, что это прям легендарнейший выпуск. У меня даже эмоции иссякли после драки. Я прям офигел. Серьезно, 2 леги в одном видосе, но это сильно. Это реально сильно, потому что такого до этого еще не было. У меня, как минимум, в этих
всех новых батлах. Прожимайте максимальное количество лайков. Давайте забайтим Тему на возвращение в БС, потому что он ушел в станок. И 20 тысяч лайков на самом деле для такого видоса это еще и мало. Ну, согласитесь, это прям жестко. Да, это реально жесткое видео. Поэтому 20 тысяч лайков, подписочку. Код Аурум обязательно вводим. Мы обязательно вот так в магазине вводим код Аурум. И смотрим вторую часть на канале Темы. Тема, спасибо тебе за коллабу. Это было прикольно. Бро, чувства офигенные. Реально, ребят, ставьте лайки. Серег, тебе тоже спасибо. Всех обнял. Пока-пока.